Электротранспорт Самары нуждается в обновлении. Особенно остро ситуация складывается на улице Новосадовая. Трамвайная линия на этом участке – основная в городе, с высоким пассажиропотоком. Поэтому модернизация трамвайных путей начинается именно с нее. Капремонт будет вестись в два этапа. Сначала на участке от Барбошиной поляны до Нововокзальной, затем на отрезке от Нововокзальной до 22-го партсъезда. Задача – привести рельсоспальную решетку в нормальное состояние, по которым трамвай будет ехать с нормальной скоростью. Ну и самый главный аспект – это безопасность. То есть те сходы, которые мы в настоящее время имеем по причине плохого состояния рельсоспальной решетки, но мы от этого уйдем, и не будет какие-то опасения, что трамвай сойдет с рельс, кто-то там в трамвае ударится, поранится. Сейчас на отдельных отрезках пути трамваям приходится снижать скорость до 5 км в час, а после капремонта они смогут разгоняться до 20-22 км в час. Согласно проекту, здесь обустроят ливневки, в колодцах установят экологичные фильтры, улавливающие грязь. На время ремонтных работ, которые начнутся 29 апреля, движение трамваев приостановится в оба направления. Их заменят 30 заказных автобусов, которые будут курсировать от Ташкентской по Демократической и Новосадовой до улицы 22-го партсъезда. Проезд на них будет бесплатным. Автобусы будут ходить с половины шестого утра до 22:30, забирая и высаживая пассажиров на всех 9 остановках. В час пик интервал движения составит 3 минуты, в остальное время 7 минут. Также планируют запустить новый коммерческий маршрут номер 88. В пробном режиме он будет курсировать от госпиталя «Мать и дитя», который располагается рядом со стадионом «Самара-Арена». Автобусы проследуют через Новосадовую и Солнечную в исторический центр города, до речного вокзала. Эта работа очень серьезная, работа очень важная. Мы постарались минимизировать неудобства. И надеемся, что после окончания всех работ от Барбошиной поляны до торгового центра «Апельсин», до завода «Тарасова», у нас появится абсолютно новый современный трамвайный путь, который прослужит нам долгие годы верой и правдой. Пассажиры уверены, ремонт линии необходим, а бесплатные автобусы – хорошая замена. Конечно, это нужно делать, потому что в любом случае у рельс какой-то ресурс есть, их надо менять с какой-то периодичностью. Вполне, очень удобно. Было бы замечательно, если интервал будет соблюден. В период капремонта работу нескольких трамвайных маршрутов организуют по временным схемам. С ними можно ознакомиться на сайте администрации Самары. Работы на первом участке трамвайной линии планируют завершить 30 июня. Затем капремонт намерены начать от Нововокзальной до разворотного кольца у завода имени Тарасова. В настоящее время проект проходит госэкспертизу. Полина Чулюкова, Николай Сидоров. События.